Привет всем, снова опять я, Рик, и вы на канале Рик Геймс, и мы продолжаем проходить игру Horizon. Мы закончили на том, что мы услышали крик от парня, что-то с ним случилось, и нам надо выяснить, что. Давайте пойдем тогда за Ростом и выясним, что же с парнем случилось. Так, красота, вообще офигеть. Горы такие, деревья. Классно вообще сделали. Вода как будто вообще, как будто настоящая. Водопад такой. Ну, долго нам еще бежать? Его не спасти. Рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Если я выстрелю, стадо охватит паника и его затопчут. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Элой! Раз, не переживай, у нас визор. Мы видим, где, куда они ходят. Так, включить визор. Так, пометить цель. Надо идти. Нету здесь никого. Иначе они меня заметят. Как отобразить? Нет. Пометить. Нет. Вот, все. Тупил. Не на ту нажимал кнопку. Так, потихоньку, потихоньку. Да понятно. Так, у нас уроки выживания. Проберитесь к раненому мальчику. Сейчас дойдем. Нету никого. Травку возьмем. Нету никого. Иди дальше. Нужно посмотреть, как они пойдут. Мы и так видим, как они пойдут. Еще чуть-чуть. Туда пошел.
принципе, вот он, здесь же. Эй! Что? Как ты прошла? Иди за мной! У меня секрет есть, как я прошла сюда. Откуда ты про них знаешь? Так, пошли дальше, дальше, по-тихому. Что ты делаешь? Так, отведите мальчика в безопасное место. Итак, везем его. Ладно, пошли дальше, дальше. Как это возможно? Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она парень. Меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. А она... безродная. Идем в сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Офигеть. Ну что, его камнем, что ли? Уходи, безродная! Так, вспыхивающие значки означают момент выбора эмоций, понятно. Так, ну, честно, вот я бы кинул бы в него бы камень. Но мы это не будем делать. Выбросим камень. Стой! У тебя кровь. Дай-ка посмотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? Офигеть, как он его... камнем попало ей. За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил. Нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне. Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему
Матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! Где он? Два дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказав? Это на него не похоже. Вот мы теперь и выросли, стали крутой девушкой, настоящим воином. Теперь должны другие это заметить. Так, разрешите Раста, острое копье. Так, вы можете копьем повредить броню машины, используя R1. Ну, да. Нет. Ух ты. Круто. Это соберем. Так, что у нас здесь? Лекарство. Так, а это что у нас такое? Быстрее сохрани, сохрани вручную. Давайте вручную. Так, ну пойдемте искать Раста. Куда он там ушел? Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался?
Так, возможно, печенье какое-то. И что у нас такое? Лекарство, древесина. Так, а где у нас там Раста? А, вот, делает? Вижу, Раста. Что он там делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Так, нам поговорить с Растом надо. Ну, давайте поговорим. Элой, ты пришла? Так, все нормально, хорошо. В чем дело? Давайте все нормально. Ты хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но, боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали, и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Так, тебя что-то беспокоит? Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Лой. Обсудим это потом. Ладно. Так, что-то еще? Мне еще что-нибудь сделать там, в объятиях? А, у чудной Грата кончается еда. Набей для нее мясо на неделю, если время будет. Она бы хоть раз мне спасибо сказала. Грата следует закону. Не воспринимай ее молчание как оскорбление. Ну, как скажешь. Так, я добуду детали. Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну и хорошо. Мне нужен не Тимет, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи, Уврат. Так. Поговорите с Карстом. С Карстом. Вымените у Карста нитеметы. Готовьте огненные стрелы. Добудьте огнежар из бегунов. Добудьте из машин осколки. Так, ладно, пойдемте. Что-то он сам не свой. Он ошибается, если думает, что я его брошу. Так, чтобы открыть карту. Так, что у нас здесь такое интересное? Изготовление. Боеприпасы. Что это? Ага. Предметы. Ресурсы. Вот у нас навыки есть. Давайте прокачаем чего-нибудь. Так, охотник. Бесшумная атака. Рефлексы охотника. Беззвучное касание. Концентрация, критическая, точность, приманка, лекарь, так, ускоряет процесс исцеления преисполненного. Вот, давайте вот это прокачаем. Так, здесь что? Травник удваивает вместимость посылки для лекарств. Это тоже давайте прокачаем. Так, изготовление. Ну, мы же нажимали уже. Огненная стрела, так. Угу. Понятно. Задание. Поговорите с картом, так это мы иду. Ну, на острые копья. Так.
Учетная игра-то. Так, записная книжка. Носители. Ну-ка, что это у нас? А, ну это мы слушали. Так, голос записи. Что это у нас? Думаешь, мне это нравится? Я ничего не... мы это слушали. Ладно, извините. Каталог, так, рыскарь. Так, бегун. Что у нас есть? Угу. Ладно, все, пойдемте огненные стрелы делать. Обнаружена зона костер. Костер — это хорошо. Объятия. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. 2 дня. Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Так, давайте сохранимся. Ну, пошли дальше. В детстве это было проще. Так, куда нам там? Туда. Вот пойдемте туда, где поменьше. Еще два бежать. И я увижу, как они там живут. Столько людей на таком маленьком клочке земли. Наверное, им никогда не бывает одиноко. Так, это у нас камень был. Так. Так, там рыскари. Так, пометь цель. Пометим. Значит, ты не будешь. Так, минус один. Ай, косой. Еще раз косой. Ну, куда ты там спрятался? Иди сюда. Вот он где. Не остановишь. Ай, черт. Вот так тебе. Так, травку возьмем. Что это у нас за синее такое? Сердце рыскари. Там вообще зеленое. Спирали ровно плюс 5%. Так, задание выполнили. Теперь осталось добыть огнежар из бегунов. Ну, пойдем добывать. Так, рыскары. Бегун. Это кто у нас такой? Лиса. Рыскарь. Давайте сохранимся.
Так. О, зайчик побежал. А это что, это у нас за трава? Гололедный корень какой-то. О, черт. Да. О, бегут. Дай. Черт возьми. Лап-тап-тап. Нет. Вот так тебе. Так. А, у меня стрел уже закончили. Ну-ка, тут там меня палит. Нету никого, нету. Да не то ты. Куда-то там ушел. Так. Ну, куда побежали? Посчиталось. Это хорошо. Я думал, нет. Так, нам еще один. Лекарство. О, кто-то палит. Так, травку возьмем. Это рыскари. Сколки заберем. Мне же непонятно, для чего они нужны. Но и... надеюсь, пригодятся они. Так. Еще один огнежар. Простите. Так. Линза бегуна. Ну все. Приготовьте огненные стрелы. Берем, пока есть. Вот именно. Берем все. Ну все, изготовил. Дальше что? Так, давайте бегуна еще одного замочим. Лишним никогда не бывает. Огнежара. Ой! А черт! Так, подкрепимся травкой. Я там у нас огнежар. Я думала, что это никогда не кончится. Так, рыска идет к нам. А,
вот косой. Кто-то еще палит меня. Ладно, пойдем дальше. Вымените у карта антимед. Так, иди-ка сюда. Это кто у нас там такой? А, индюк. Хорошее мясо. Так. Не туда побежал. Офигеть, так дождь идет, как будто настоящий. Так, подбираем лекарства. К карсту за метеометом. Так, обнаружит костер, да? Вот здесь. Ну, пойдемте к костру сначала. И на этом серию закончим. Уже в следующий раз пойдем к карсту. Да, это опять я, безродная. Можете полюбоваться. Так, давайте сохранимся на новую ячейку. Ну все, давайте на этом серию закончим. Увидимся уже в следующей серии. Сходим к Карсту, чтобы выменить антимед и поговорить с ним. С вами был Рик. Всем пока.